я любила в нем все. Его руки, его запах, то, как он носил меня на руках. Я могу вернуть нас обратно. Обещаю, я сделаю это. Помнишь эту прекрасную леди? Привет! Как ваше самочувствие? Наконец-то мне удается уснуть, я стала энергичной, мы занимались сексом. Врач, что прописал тебе эти таблетки, разбогатеет. 911, что у вас произошло? Помогите мне! Тут кого-то убили! От создателей фильма «Заражение» имел место несчастный случай. Что нам делать? Никаких признаков борьбы или взлома. Где ее адвокат? У нее нет адвоката. Она по-прежнему говорит только о вас. Я не понимаю, почему это происходит. Твоя знакомая? Под желанием. Будь она мужчиной, вы лечили бы ее как-то иначе. Это не то, что вы подумали. Что происходит? Найти правду. Я прописала ей Облексар. Я не думаю, что вы обязаны дальше быть моим врачом. Я думаю, за ней надо установить слежку. Секретов не утаить. Кто-то понесет наказание. Все это пройдет. Все это будет тебя преследовать вечно. Я даже не догадывался обо всем этом. Остановись, ты далеко зашел. Ты потрачен миллионы долларов. Он врал ей. Он врал мне. Если бы не вы, меня бы здесь не было. Джуд Лоу, я хочу назад свою жизнь. Руни Мара. Я знаю, что я не сумасшедшая. Кэтрин Зета-Джонс. Все обо всем знают. И Ченнинг Татум. Эм, ты проснулась? Уничтожь это, прежде чем оно уничтожит тебя. Побочный эффект. В некоторых случаях возможен летальный исход. В феврале.